утро, товарищи. Начинаем заниматься гимнастикой. Встаньте прямо, ставим, марш! Точнее, точнее делать упражнения. Не задерживайте дыхание. А теперь повороты туловища в стороны. Доброе утро, Марья Сергеевна. Здравствуйте, Николай Сергеевич. Куда это вы так рано? Дельце есть. А вы завтракали? Да-да. Саша еще спит. Дышите поглубже. Держитесь свободнее. Не напрягайтесь. Продолжайте. Энергичнее, энергичнее. Здравствуй, дорогой. Лучше на рынок успел сходить. Ну, а как же, там знаешь дела. Ох, лопата рунья. Утро доброе, Николай Северьянович. А не спится, или дела какие? Да, дельце есть. Николай Северьяновичу. Гаврил Никитич, ну как ты? Ничего, как видишь, стою. Ну а ты-то как? Отдыхаю, спасибо. Вот и я вижу, веселый стал, позавидовать можно. Здравствуйте, ребята, здравствуйте. Вот видишь, смена наша идет. Да. А на завод-то, я говорю, зачем? Дельце есть. Завком надо зайти. А. Ну ладно, будь здоров. Ну-ну. Николаю Серьяновичу, рад тебя видеть. Ты ко мне? Мне передавали, что ты в завком приходил? Да. Что нового на заводе? Да что ж нового? Вот директор стал себя лучше чувствовать. Говорит, Колючкин на пенсию ушел, жить стало легче. Критики меньше. Повеселел. Ну, как она, новая жизнь? Да ведь жаловаться грех. Пенсия большая. Ешь, пей, отдыхай. Но все как-то, понимаешь ли, не то. Иван Арсеньевич. Ну что? Хочу вернуться на завод. Ну, не глупи, Николай Сергеевич, не глупи. Ты свое прошел. Тебе и капитальный ремонт не поможет. Почему? Так ведь не серийного ты производства. Запасных частей к тебе нет. Иван Арсеньевич. Иду, иду. Ну, нас не забывай. Ну что у тебя? Вот, Иван Арсеньевич, возьмите эту путевку. Чудак, она же бесплатная. Срочный заказ выполняем. А, ладно, пойдем. Извини. Расстраивается. Правда, ты еще молодой пенсионер, так сказать, начинающий. Ведь трудности всякие были, но освоим и безделье. Идем к столу. Эх, поверишь, Саша, сон потерял. И это поправимо. На ночь в уме подсчитывай месячные расходы. Ты вот шутишь, а мне стыдно ничего не делать. Право на отдых ты заслужил. С каким почетом его на пенсию провожали? Ну, а речи, подарки. А я как-то уходил незаметно. Да ты и жил, Сашенька, не очень заметно. Не совсем незаметно. Я имею революционные заслуги.
куплеты про губернатора пел. А теперь откипели. Мы с тобой, так сказать, вроде как у тихой пристани. Тихой пристани. Что же ты мне посоветуешь? Ходить по гостям, часами сидеть за кружкой пива, без конца смотреть телевизор. Нет, отныне ты становишься моим учеником. Для начала я, как твой старый друг, приготовил для тебя подарочек. О! Это аппаратура, при помощи которой вырабатывается первая стадия лени. А через полгода я из тебя сделаю образцового лентяя. Итак, с утра, завтра на рыбалочку. Ну ладно, ладно. Бери меня на буксир. Обрати внимание, Николаша, старики и дети. Одни уже не работают, а другие еще не работают. Угу. Знаешь, уже и еще. Тут угу. Есть что-то философское, а? О, одни перекуры. Второй день столб красит. Не обращай внимания, не наше дело. Мы же на покое. Пойдем. Бабушка, бабушка. А? Давайте я вам помогу. Спасибо, милый. Так ведь мне ее опять обратно нести. Лучше вот мальчика в детский садик отведите. Вот тут вот, Лесная улица, второй дом. Вот в этом. Знаем, знаем, отведем. Ну вот, спасибо. Иди, иди, милый, не бойся, дядь знакомый. Я за тобой зайду. Ну, пойдем. Ты отведи мальчика, а я бабушке помогу. Это ваше время уходит. Саша, о чем ты говоришь? Вот. Ну, как она? Как тебя зовут? Коля. Коля? Тёзки, значит. А, ну, пойдем, Николай. Темы нынешних времен, но я уж вы меня простите, по части рифмы не силен. Когда вам скажут по секрету, что губернатор ваш дурак, что из казны он взял монету, друзья, конечно, это нет. Пойдем, сынок. А куда мы пойдем? Как куда? В детский сад. А там хорошо. Хорошо, хорошо. В детском саду меня мама не найдет. Конечно, конечно. В детском саду поют. Непорядок, бабушка, в ваши годы такие тяжести таскать. А что же делать? Должна. В домработницах ведь я. Давай, давай, спасибо. Сам-то не молоденький. Я еще ничего. На покой вам надо, бабушка, на пенсию. Да справок не хватает. У одних поживешь, у других поживешь. Раньше в прислугах, теперь в домработницах. 50 лет работы, а стаж-то нет. Вот. Да.
В деревню тогда, к родным. А родных-то у меня никого нет, я одна. Ну и плоха стала. Задача. Ха! Ишь, увязался. А? Хлюст. Здравствуйте! Здравствуйте! Примите еще одного. Попросили привезти к вам, привел без всяких приключений. Это не тот. У нас не хватает Коли Медведева, а это не Коля. Ты, стало быть, не Коля? Нет, я Витя. Это нехорошо с твоей стороны. А почему? А? Объясните, пожалуйста, что произошло? Произошло довольно ужасное событие. Я потерял Колю и прихватил чужого Витю. Ай да Николаш, какую-то историю меня втянул. Ай да Коля. Ну при чем здесь Коля? Куда вы дели мальчика? Значит так, я побежал. Вы этого Витю при себе держите, а этого Колю разыскивать пойду. Постойте, куда вы? Где же Коля? Дяденька! О, идет. С женой. Одет. На какие? Ворует. Что вы, гражданин? Это же известный хирург Новиков, профессор. Вы думаете? Хирург. Вот, стоит, голая, одна. Эй, скульпторы. Вот, идут, едят. Чье? Наша ворюги. Ты что здесь делаешь? Играю с собачкой. Вот разъява. Ребенка потеряла сам известно где. Ну-ка, идем. Витя! Простите, пожалуйста. Вы потеряли ребенка? Да, вот в такой же шапочке. Я знаю, где ваш мальчик. Где? Идемте. Идем. Мальчик, как тебя зовут? Маргарита. Маргарита? Коля! Коля! Подожди, Коля! Ну куда же ты сбежал? Гражданин! А? Гражданин, что вам нужно от моего ребенка? Ваша бабушка просила. Какая бабушка? У меня нет никакой бабушки. Ленечка идет. Ленечка? Да, Леня. Извините, Леня. А где же Коля? Николай. Пойди сюда. Николаша, несчастье. Коля потерялся. Нашелся, Коля. Нашелся? А где он? Доставлен куда надо. Успокойся, успокойся. Дыши ровно, разява. Ты сам во всем виноват. Тебе все время хочется что-то делать, когда можно ничего не делать. Тебе обязательно нужно. Альтруист. Кто-кто? Альтруист. Между прочим, Гельвеций сказал... Я не знаю, что сказал Гельвеций, но от тебя я такого отношения не ожидал.
Что? Клев. Глупо, Сашенька. Целый день с ним не разговариваешь. Мы с тобой судьбы хорошие, годы запорошили нам с тобой виски. Седина метелица, но никак не верится, с тобою старики. Седина метелица, но никак не верится, будто мы с тобою старики. Бросим листья старые, старые усталые, жить не опоздали мы годом вопреки. Скажи, пожалуйста, что означает слово «альтруист»? Альтруист. Человек, который делает людям добро? Не путаешь? Непонятно. Нет, то есть понятно. Я не о том. Спасибо. Извини за беспокойство. Но никак не верится, будто мы с тобою старики. Арсеньевич, Колючкин опять говорит. Ну, все благополучно. Документы, направление в дом пенсионеров я получил. Сейчас отправляюсь. Спасибо, что нашлось место как раз в этот дом. Он и правда, говорят, хорош. Спасибо, спасибо.
остановись! Что случилось? Уехал. Кто? Николай Северьянович. Куда? В дом пенсионеров. Ну что, ты не знаешь нашего деятеля? Саша, он уехал ведь от нас навсегда. Как навсегда? Навсегда. Где этот дом? Это где-то около станции Клыхова. Клыхова. Клыхова, понятно. Простите, это дом пенсионера? Да. Здравствуйте. 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 Вы к нам? Как видите. Ваше имя, отчество? Александр Лукич. Мне, собственно, надо узнать... Все узнаете. Где у вас направление? Вот в том-то и дело, что направление находится у моего друга. Ну и прекрасно. А пока примем душ, Александр Лукич. Что, собственно, душ? Да-да-да. Ай-яй-яй! Опять забуксовали! Ну и дорога! Дорога! Есть дорожный отдел, есть начальник отдела, а дороги нет! А кто начальником-то? Картонкин, громкий Егор Гитаров! Я ищу моего друга. Он довольно странный человек. А в чем же его странности? Ну, это долго рассказывать. Видите ли, он вместо отдыха обязательно должен делать какое-то общественное дело, зеленение. Я знаю вашего друга. Да? Пойдемте, я вам покажу его комнату. Юль, да? Мило. Ну, очень, очень мило. Извините. А он у вас действительно беспокойный. Правда, он не исключение. У нас многие. Итак, после утреннего чая все разбредаются в разные стороны. Трудно ничего не делать. Вот по вторникам я тоже веду занятия в музыкальном кружке. А вот и ваш друг. Пожалуйста, пожалуйста. Николаша. Николаша. Понимаете, у нас сейчас междувластие. Старый начальник получил повышение, а нового ждем со дня на день. Документы все в порядке. Путевка, медицинское свидетельство, направление. Все. Я не знаю, прямо к зиме теперь его искать. Ну, спокойно. Без него просто хоть домой не возвращайся. Саша. Калюш, не удивляйся, я за тобой. Почему ты в таком виде? Что случилось? Можно тебя на минуточку? Извините, пожалуйста. Что ты делаешь? Ты же прекрасно знаешь, как мы с женой тебя любим. Мария Сергеевна никогда не простит тебе эту. Почему ты от нас переехал сюда? Нет, здесь прекрасно и душно. Что ты смеешься? Фёкла Иннокентьевна.
А? Спасибо, девушки. Спасибо, милый. Живите на здоровечко. Берегите ее, она свое отработала. Спасибо вам. Да ну что там? Ну. Что-то нынче нас Кузьмич не встречали. Это хорошо, а там опять без рыбы. А, Марья Сергеевна, принимай гостей. Как клев? Боже мой, какое сейчас великолепие на реке. И чудится, будто вся она вылита из стекла. И будто голубая зеркальная дорога. Да, дорога. Дорога. А что? Что-то не в духе. Устал, потому что много бегаешь по чужим делам. Я ведь тоже не прочь заняться чем-нибудь. Если оно так, что-нибудь. А если не что-нибудь, то можно и без этого как-нибудь. А? Я звонил начальнику дорожного отдела Картонки, но не застал его. Надо ему устроить скандал. Так. Общественный долг жителя нашего славного города, который горит. Житель горит, а не город. Да, горит желанием, свойственным каждому городу, то есть каждому жителю. Дорога от станции Клыхова к дому престарелых плохая, и надо ее асфальтировать. Да. Ага. Прошу вас. Так, так вы по поводу дороги? Да-да. Садитесь, пожалуйста. Слушаю вас. Дорога плохая, товарищ Картонкин. Надо ее асфальтировать. Ага, плохая. Очень. Нужно асфальтировать. Необходимо. Обязательно. Ага. Кто? Что? Кто? Кто будет заниматься этим? Вы? Ах, я... Приятно видеть веселого начальника. А поначалу мне показалось, что вы контуженный. Ага. Так, так вы о дороге. Слушаю вас. Мы все вам сказали. Дорога плохая, и надо асфальтировать. Плохая. Нужно асфальтировать. Кто? У папа была собака. Чего вы кривляетесь? Так. Извини, что беспокою. Тебе не приходилось ездить по дороге от станции Клыхова к дому пенсионеров? Приходилось. Без начальника? Да. А у нас просьба к вам прокатить вашего начальника по этой дороге с ветерком. Не выйдет. Да нет, он знает, чудак такой, ему понравится. Мы по таким дорогам не ездим. А ты прокати. С ветерком. Подумай. Так надо.
Поехали. Куда, Георгий Михайлович? На станцию Клыхова, оттуда к дому пенсионеров. А? Что? Да нет ничего. А, поехали. Ну да. Подставляй фартук. Ну, подставляй фартук. Ну. Крылов. А? А ведь это ты нарочно. Нарочно, Георгий Михайлович. А за что ж ты меня так? Вы, как начальник, должны знать, какие у вас дороги. А, теперь я знаю. Только я уже не начальник. Сегодня утром меня сняли. Поехали. Такой. Куда? Оторвался. Вот еще без дела томятся. Чудаки. Видели, Татьяна Иванович? Эти двое опять идут рыбу ловить. Люди не знают, куда убить время. А вот если бы их привлечь к работе в нашем клубе пенсионеров, была бы несомненная польза. Рослый-то артист, говорят. Он бы нам в клубе пригодился. Верно, Сергей Петрович? Да. Запиши-ка. Понимаешь, Николаша, меня не интересует улов в его качественном или количественном выражении. Важен, так сказать, процесс. Представляешь? Камыши. И... Оп! Так. У самого камыша легла. Теперь ждешь, когда дойдет до дна, и тихонько начинаешь подкручивать. Есть! О, какая... А? Коля, Николай, куда ты исчез, Николаша? Лапса и каша. Хотел бы заведующего повидать. Каждый день одно и то же, только чисто меняет. Нужен общественный контроль. Когда ты угомонишься, честное слово? Николай Сергеевич! А, Иван Арсеньевич, здравствуй. Здравствуй. Знакомься, мой друг, председатель совкома. А, очень много слышал о вас. Очень рад познакомиться. Устроил свою подопечную? Устроил. Хороший дом. Я ж не говорил, сказка. Ну, как же ты теперь живешь, герой? Почему герой? Читали про твое похождение. Письмо пришло. Веселенькое творение. О чем? О старухе. С какими намерениями ты отвез ее в дом пенсионеров и тому подобное? Трактат. Кто писал? Куприянов. Здравствуйте.
Вот шелестер. В такую погоду он, говорят, хорошо попадается. Только его на блесну надо ловить. Кого? Шелестер-то. Его блесной не возьмешь. Кого? Куприянова. Безопакостная личность. Его проучить надо. Сколько его привлекали за клевету. Все не унимается. Все пишет, пишет. Пишет. Так, значит, продавец пищебумажного магазина номер 3 не может носить этого почетного звания. Собака поползла следом за ним. Раздался выстрел. Вас покупает чернила гражданин с зонтиком. Зонтиком? Вы знаете, о ком я говорю. Куприянов. А Куприянов покупает, да. И часто покупает. Да и вы знаете, мне всегда казалось это очень подозрительным. Слушайте внимательно. Да. Когда этот тип придет к вам покупать чернила, да, дайте ему не ваши. Вот эти. Так надо. Пожалуйста. Пожалуйста. Кто из трех они сказали, всех прекраснее. Пожалуйста. А сдачу? Пожалуйста. Несмотря на мои неоднократные сигналы, пенсионер Колючкин Николай Северьянович. Несмотря на мои неоднократные сигналы, пенсионер Колючкин Николай Северьянович Добрый день. Здравствуйте, добрый день.
галлюцинация, обман зрения. Это результат неврастении. Я вам выписываю лекарство, оно должно вам помочь. А вообще-то я советую вам меньше писать, а больше гулять и быть на свежем воздухе. Благодарю вас. Отдыхайте, гуляйте. Поправляйтесь. Благодарю вас. Поменьше пишите. Да, пришла, ушла Фифа. Поменьше пишите. В райздравотдел. Невнимательное отношение участкового врача Архиповой. Держим вчерашнее состояние. Тихо, тихо. Тельфонограф. Мотор. Есть мотор. 22, зубы 13. Ой, господи. Александр Юрьевич, выйдите из кадра. Крупные планы снимаем на студии. Хорошо. Петя, Петя, настраивайте на следующий кадр. Марья Ивановна, оденьте актера в милицейскую форму. Александр Юрьевич, Александр Юрьевич. Сколько метров? Подержите. Можно отпускать. Сколько метров? 47. Минуточку, давай, Семен, расходи. Так, Катюша, одевайте актеров в милицейскую форму. Сергей Петрович. Так. Что? Актеров нет. То есть как нет? Так, не явились. Да ты что, серьезно? Ты понимаешь, что ты делаешь? Александр Юрьевич знает, он же с меня голову снимет. Ну что смотришь, работать надо. Где хочешь, а достань мне двух актеров на милиционеров. Давай быстро, работай. Одну минуту. Что за люди? Рыбаки, наверное. Рыбаки? Катюша, давайте их сюда. Понимаем. Быстро, быстро, бегом! Товарищи, подождите! Что-то тонет, а? Стой. Спасать надо! Ну, спасать! Что такое? Ну? Спасать! Что случилось? Помогите! Что такое? Я что спасать? Я думал, утомите вы! Да нет, у меня первый разряд. Ну чего она там возится? Товарищ, помогите, пожалуйста, у нас срывается съемка. Актеры не приехали, знаете, какой-то убыток. Саша, надо им помочь, идем. В кои-то веке я выбрался на рыбалку, и вдруг... Нельзя, чтобы государство терпело убыток. Его, ты святая простота. Ты не знаешь кино. 20 раз меня приглашали пробоваться. И ни разу не зовут сниматься. Ты же слышал, что она говорит? Каждый час простоя обходится государству в копеечку. Это же совсем не трудно. Всего полчаса. Удивительная способность у этого старика долбить в одно и то же место. Как вода из крана. Кап, кап, кап. Я вас очень прошу. Я думал, что это нас Рок преследует. Ты сам Рок, оказывается. Да будете ворчать.
Вы, милиционеры, арестовываете хулигана, который оскорбил героиню фильма. Какие же мы милиционеры? Сережа! Сейчас, сейчас! А что, смущает костюм? Художник утвердил. Ну, я имею в виду наш возраст. А возраст? Но это дело было во время войны, когда все молодые были на фронте. Ну что там у тебя? Сережа. Одну минуточку. Значит, все ясно. Можно начинать. Все из кадра. Держи. Уберите стул. Простите, пожалуйста. А? Да-да, пожалуйста. Спасибо. Приготовились? Сержант, ты играешь. Внимание! Мотор! Стоп, снимать нельзя. Что такое? Солнце ушло. Ну что ж ты молчал раньше? Солнца нет. Господи, боже мой, актеров, нет, то пингвинов, нет, теперь солнца нет. А я при чем здесь? Кончайте съемку. А, пожалуйста. Спасибо, съемка окончена. Уйду обратно в театр. Товарищ ассистент. Да? В чем дело? Говорят, наши костюмы куда-то увезли. Вы не волнуйтесь, товарищи. Костюмерша все костюмы забрала на базу. Так что же мы по городу так пойдем? Нет, ну зачем же? Вот автобус, сядем, поедем все вместе, прошу. Это ж кино, чего ты удивляешься? Еще не то будет. Прошу, прошу, товарищи. Все в автобус! Автобус дальше не пойдет. Почему? Нет скатов. А как же быть? Город рядом. Пойдем, пойдем, сержант. Пойдем, пойдем. Вон куда идти. Спасибо, товарищ. Петя, Костя, Гриша, Ваня. Глупо, это же школьные товарищи. А это? Артисты. Артисты. Милиция идет! Прошу вас, прошу вас, куда же вы? Мы больше не можем терпеть этот тиран. Пожалуйста, ну прошу вас. Ну это же повторяется изо дня в день. Ну пожалуйста, прошу вас, прошу вас. Граждане, спокойной ночи. Концерт окончен. Права была тетя Даша. Пою, кормлю и его благодарность. Несчастный я. Дядя Арнольд, милиция. Вот его комната. И вы знаете, я придерживаюсь. Он просто тиран, Примите, пожалуйста, меня. Что же это вы, молодой человек? И так каждый день. Протокол. Да-да. Протокол. Да. Фамилия. Фамилия. Чего спрашивать-то? Не знаете, что ли? Фамилия. Басюковы. Басюков? Да. Вы знакомы с параграфом А, разделом 14Б, статьи 8 Г? А? Достукался. Ну, одевайся, там разберемся. Идем. Куда? Туда. Живо. Пиджак. Старый. Прощай, Лариса. Арнольд! Я еще вернулся. Кем приведи? Спасибо. Заходите, заходите. Thank you.
Прямо! Милиция там. Знаю. Прямо! А, вот куда вы меня ведете? Иди, иди. Подожди. А правда, куда мы его ведем? Дальше. Ну что, устали, что ли, а? Он еще оптимист. Несчастный. Вперед. Налево. Почему налево? Так надо. Что ты задумал, Николай? Дай 15 копеек. На работу позвоним. Целый час по городу гуляем. Вам это так не пройдет. А где ты работаешь? В ресторане работаю. По платке. Я артист. Музыкант. На саксофоне играю. Слушай, зачем звонить? Вот мы на работу и пойдем. Зайдем в местком, с директором поговорим. Пусть общественность знает, на что способен этот человек. Идем. Зачем? Погоди, зачем на работу? Я, может, сам профорг. Членский взнос собираю. Меня в коллективе уважают. На работе желает чистеньким быть, а дома? Да. На соседей наплевать, жену избивает. Ну, знакомая картина, идем. Ни за что. Вы милиция. Я нарушил, вы забрали. И ведите. Не хочу в мяском. Испугался. Ага, нет, мы его во всей красе так представим общественности. Пусть товарищи его сами и судят. Пойдем. Не пойду к общественности. Хочу в милицию. Нет, ты пойдешь. Николаша, в милицейской форме в ресторан-то неудобно. Да-да. Так не пойдешь? Не пойду. Ну тогда. Прямо! Куда? Пора кончать. Раздевайся. Папаша. Граждане, за что? Ведь я ж ее люблю. А бьешь? Бью. Любя. Раздевайся. Но. Была, не была. Только не в местком. Чтоб я ее когда-нибудь пальцем тронул. Дурак я. Штаны сними. Тридцать семь. 38. 39. Папаша. Меня ж в оркестре ждут. Я вот 30 лет прожил с Марьей Сергеевной и представить себе не могу, как можно так обращаться с женой. Издеваться, бить. Это все водочка. 40. Папаша, какие 40? Уж 50. Больше не буду. Довольно, Николай. Да ничего с ним не случится. Папаша, может, хватит? 42. Пощадите, товарищ. 43. Я же ее люблю. Разрезвись. Николаш, не спишь? Нет. Мы тебя покидаем. Едем к дочери на дачу. Что с тобой? Тебе не здоровится? Чего ты взял? Да, выглядишь ты не ахти. Ну, это с просонью. Надо вставать. Понимаешь, зять демобилизовался. Да и по внуку соскучился. Да. Хорошо, когда есть дочь, внук. Хорошо. Саша! Да-да.
свидания, Николай Сергеевич. До свидания, Марья Сергеевна. Надолго? Да придется погостить. Обед на столе, на кухне. Только разогрей. Спасибо. Ну, как говорится, будь. Николай Северьянович, забежал предупредить. Воду мы перекрыли. Запасайся водой. Если перекрыли, так как же я запасусь? Да, верно. Нескладно получилось. Верно, верно. Я сейчас. Это верно. Мариша, что-то мне нынче Николай Северьянович не понравился. Не заболел ли он? Да разве узнаешь, когда он болен? Такой скрытный. Нет, на. Нет, нет, нет. Да ты-ка всегда преувеличиваешь. Он просто устал после вашей этой вчерашней рыбалки. Вот соль. Зря мы Николаша одного оставили. Николай Северьянович, это я опять. Извините, конечно, за беспокойство. А? Ну да, ну да, но соседей ваших нет. Так что чего-нибудь вам купить или что другое. Это я могу. Спасибо, спасибо. Спасибо, друг. Ничего не надо. А? Чего-чего? А где здесь почта? Оля, где здесь почта? Рядом. А что такое? Он меня замучит своим вниманием. Ну что делаешь ты? А? Ваш абонент не отвечает. Понятно. Абонент в больнице. Александр Лукич, доброго здоровья. Пожалуйста. Устал, видать. Не так устал, как перенервничал. И всякие мысли в голову лезли. Но ничего, мы теперь тебя выходим. О. Ничего, я открою. Это, наверное, опять Кузьмич. Вот повестка. Явиться. 11 часов, Красногорская, 14-Б. Правление. Что же это, по-вашему? По-моему, вызывают. Зачем вызывают? Вот я не могу осознать. Принес бумажку старик и намеки какие-то делал. Какие намеки? Да вот, говорит, материал какой-то на вас с Николаем Северьяновичем поступил. Факты. Рыбная ловля, говорит, милицейская форма, а содержание, вот тут я что-то не понял. Накапал кто-то на вас. Ну, недоразумение какое-то. Спасибо. Ну-ну. Что там такое, Саша? Ничего. Счет за электричество. Опять? Шел бы ты спать.
тебя глаза слепаются. Нет, это здоровье. Вот ты бы уснул. Вид-то у тебя очень. Да, пора на покой. Не говори ерунды. Давно уж наша серия идет. Только номер не совпадает. Да, вот о чем я тебя попрошу. Накапал кто-то на вас. Факты. Рыбной ловли, говорит. Милицейская форма. А содержание я вот что-то не понял. Накапал кто-то на вас. Саша, вот о чем я тебя попрошу. Сходи в райжилотдел. Там обещали ордер Воронину. И тянут. Опять за свое. Вот. Это кончится очень плохо. Вот сейчас повестку прислали. Какой? Материалы собирает против нас. Сейчас Кузьмич говорил. Что? Да. Все наши похождения. Красногорское чинство правление. Надо ехать, Саша. Нет, ты никуда ты не поедешь. А? Ты лежи. Я один справлюсь. Значит, чернила исчезают. А с мотоциклом? А с хулиганом? Жаль, что они не явились. Идут. Я считаю, что собрание подготовлено поспешно. Конечно. Ну вот опять свое. Спокойно, товарищ, спокойно. А я не могу говорить спокойно. Нужно было разослать пенсионерам более толковые приглашения. Товарищи, это моя вина. Дело в том, что я печатаю на машинке одним указательным пальцем. Да, и поэтому я решил сократить текст. Иван Семенович, ведь мы же с вами договорились, что вы сами все словами объясните. Ни о чем мы с вами не договорились. Я объяснил, как умел. Я предлагаю выбрать связного помоложе. А почему в школе собрались? Товарищи, выслушайте меня. Ведь это первые шаги нашего клуба пенсионеров. Вот скоро мы получим соответствующее помещение, и работа пойдет нормально. А вот и товарищ Пушков. Пожалуйста, товарищ Пушков. Пожалуйста, проходите. Говорить будете? О чем, собственно, говорить? Обо всем. О чем обо всем? Мы сейчас прочли письмо о вашей так называемой деятельности. И что же там указано? Да много там разной разности. Чернила. История с милицией. А Фёкла Иннокентьевна? Товарищи, в этом письме все преувеличено. Ничего не преувеличено, товарищ Пушков. Уверяю вас, что это сущие пустяки. Правда, наша вина. То есть я один. Разрешите, я скажу. Николаша? Зачем ты встал с постели? Не волнуйся, Саша. Оказывается, нас обвиняют. Ты не понял, наоборот. Что? Дорогие ровесники, Александр Лукич прав. Мы не сделали ничего такого, чтобы можно было обсуждать на этом собрании. Это действительно пустяки по сравнению с теми задачами, какие стоят перед нашим клубом пенсионеров. Основная-то наша задача – это наша помощь молодежи. Ведь воспитание молодого поколения – это воспитание будущих граждан коммунистического общества.